Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. С тобой, как всегда, Сережа, а это Скоробови. Скоропостижный обов. Мы продолжаем каточку. В прошлой части мы, короче, я помню, поговорили с этой женщиной, которая инопришлинская женщина-аватар. И мы с ней пришли к выводу, что нужно зафигачить в исследовательский модуль зайти. Нет, нужно зафигачить... Точно. Нужно зафигачить злого дядьку, который... Возможно, кадернатой лаборатории. Который нам все вот это вот, все вот эти гадости нам делает. Гадкие гадости. Наблюдатель, подсматриватель, как его там. Короче, нужно его зафигарить. А тут что он? Моя лаборатория поблизости. А почему, ну, блять, а почему не сразу в нее? Так, а куда? Туда, туда. О, я разделся. Разделась. Ну ладно, разделась так разделась. Кракозябра сраная. Так, здесь же 100 пудов, кто-то сейчас высорится отсюда, я уверен. А, я еще забыл вот так вот делать. Вот, сзади вроде ничего не пропустили. Или правильно сказать, позади. Так, и что там у нас? Ля. Я совсем забыл сказать тебе. Представляешь? Не забудь поставить лайк и оставить комментарий. Так вот. Я понял, лаборатория. А тут камушек я видел. Ага. Фрагмент памяти. Комплект для сборки. Сплав вольта. Улучшение вольта для Вера. Стреляет скоростными сгустками электрической энергии. Новый какой-то. А это прикольно. Так, а что вот это у нас? Замедляет время. Облегчает маневры. Да, это вообще имба. Это можно все что угодно сделать. Так, вот где ты работала. Мы обрабатывали результаты эксперимента. Генетические данные, собирали кусочки кода и пытались разгадать его секрет. Так. Вот. Это я и хотела вам показать. Что это? Это матрица, по которой был собран проверяющий. Так он машина, да, и вы сами создали его? Мы топтались на месте с этим кодом. Нам мешала собственная неэффективность, ведь нужно было анализировать почти бесконечное число вариантов по различным осям мутаций. И новые мутации должны были синхронизироваться по нашим данным. Поэтому вы собрали механизм и поставили его во главу опыта. Было более чем механизм. Это искусственный интеллект, созданный из наших коннектонов. Иными словами, он получил все ваши мозги и ни одного сердца. Сердце? Ему не нужно сердце. Он работает на метаквантовой энергии. Я имею в виду, что он не унаследовал вашу эмпатию. Нет. И как же мы его убьем? Вот так. Мы рекомплектуем его матрицу в ядро, содержащее противоположные субзадачи. Из нервового центра оно распространит код по его системе и обнулит их. Мы сотрем его разум. Запускаю рекомпиляцию. Это и займет время, но полученное ядро уничтожит проверяющего раз и навсегда. А как его найти? Мы же не знаем, где он. А как мы доберемся до его нервного центра? Объясню по пути. Нужно торопиться. Пожалуйста, вернись к монолиту. Построив проверяющего, мы снабдили его мощной системой, которая была ядром нашего корабля. Вкратце, мы возвели его на основе наших кораблей. Метаядра. Проверяющий создал... Мотесетевой барьер, блокирующий доступ к кораблю через мониторы. Теперь он собирает данные с нескольких терминалов. Отправив свои сигналы через терминалы, я смогу взломать отключающий барьер. Монолит перенесет нас к терминалам.
Меток, блядь, какие-то там... Эй, ты где? Какого черта ты все время куда-то пропадаешь? Так, ну-ка, стоять. Нужно остановить проверяющего, там тем, иначе нам не выбраться. Хорошо. Так, мне нужно два, да? Остановим? Мы команда. Мы команда, но если ты поднимешь, ты навсегда, то навсегда я не согласна потерять тебя или Майка. Кейт, мы ничего не знаем об этой технологии. Сколько раз она тебя возродит и как это повлияет на тело и сознание? Здесь даже объяснена технология монолитов, прикинь. Не просто типа игровая, ну вот, механика, и все, идите нахуй. Нет, это даже объяснено, смотри. Мне придется рискнуть. Как там Майк? Клеточное восстановление завершено, но он без сознания. Надеюсь, скоро очнется. Кейт, постарайся не погибнуть. Ну, хотя бы не слишком часто. Приложу все усилия. Зачем я это сделал? Это же были миролюбивые плюшки. Блин, я теперь себя ненавижу. Они такие прикольные были. Так, а я вот 42-46. Да, боеприпасы одинаковые, у той и у той. Ну, логично. Так и должно работать. Или ты не согласен? А? Блин, плюшки. Простите. Плюшка. Питалась плюшка. Блин, ну они прикольные. Это, кстати, была большая плюшка. Одни из немногих, кто не хотели меня убить. О, пропустил все-таки. 44. Я веду координаты в монолит. Подведите меня к трем терминалам загрузки в любом порядке. Ухо чешется, подожди. О. А, хорошо. Так, болото, озеро, зеленые поля. Давай вот так и пойдем. Болото, озеро, зеленые поля. Мне кажется, я ударил по микрофону. Болото. Давай болото. Чтобы приступить наружу, нажмите 1, 2, 3 или 4. Понимаешь? Отправляю координаты ближайшего терминала загрузки. А чё, почему нельзя? Так, а это с пиявочками, да? Вон там, так близко. Заперто. Нужен жезл доступа. Рядом находится второй комплекс аванпоста Терра. Жезл может быть там. Отправляю координаты. Ну, конечно, все не могло быть так просто. Так, ну этот вроде активен. Так, ну тут понадобится вот эта пушка, я думаю. Подожди-ка. А? Не хочет работать. А, подожди, а как? А как? А карта есть? Хер там, да, не карта. Нет, подожди, не знаю я куда идти. Ну, с той стороны, если только я хер знает. Так, тут фукака или нет? Ну, тут нормально. Значит, в ту сторону нам надо. Больше вариантов у нас и нету никаких. Так, ну я не сомневался. Подожди. Ну что? А! Тише.
эти штуки. Блин, эта штука, конечно, помощнее долбит. Тише, тише, тише. Лежи, лежи. Все. Все хорошо. Отдыхай. Блин, ну вот кубик, ну вот, как бы я его собирал, я помню. Он сейчас собран вообще. Вроде же собран должен быть. Да. Да-да-да, собран, все хорошо. Уже, ну луч как-то поинтереснее выглядит на самом деле. Вот банально, потому что... поинтереснее. Все. Че? Так, значит нам сюда. Так, тут кракозябра наш мертвый. Почему-то мне кажется, что раз он тут все еще лежит, на обратном пути он мутирует и оживет. Какого-нибудь, возможно, робота. А, я думал, мы эту штуку сломали, кстати. Почему-то, я так думал. Форпост Тетра внутри. Да я понял. Так, тут будут роботы, да? Так, давай зарядимся. На всякий случай я проюзаю все-таки, чтобы понимать, меня от него тэпает или нет. А вот это что? Ай, ёб твою! Ладно, это когда подойдем уже сделал. А, подожди. Куда мы подойдем? Куда нам идти? Аванпост внутри, а идти-то куда? Не понял. И чё? А, вот наверх. Текстурки одноцветные, не всегда понятно вообще, что хочет игра от меня. О, экспуля. Так, два. Что у нас тут есть? Меньше урона 4 пункта. А этот 2. Давай еще поищем. Ну тут как будто бы засада. С этого форпоста началось нашествие чудовищ. Погибло множество хороших ученых. У одного из них должен быть жезл доступа. Придется обыскать тела. Ну, обыщем, что поделать. А что? Что это? Что-то так скин. Ой. Ничего не понял. Надо еще этого гриба. Жезл доступа. Вот он, примени его к терминалу загрузки. Подожди. Нужно найти выход отсюда. Так, грибоид. Ну, логично. Журнал. Грибоид. А ты из чего мутировал-то? Это существо некогда было чем-то вроде гриба. Обычного гриба. Действием радиации в результате опытов сначала на поверхности гриба появились ткани, похожие на кожу, затем формировались конечности. И, наконец, зародился сложная ЦНС. Центральная нервная система, я так понимаю. А я не знаю, откуда я это знаю, кстати. Давай будем думать, что я умный. Сюда можно пройти. Я хочу. Там какая-то жожоба. А! Падла такая, а? Ну ты глянь. Собака. Напугала меня, гаденыш. Я забываю вообще, что здесь есть скримеры. Вот понимаешь, скример такая штука, которая, если неожиданно, ты вот так вот дергаешься, как я сейчас.
Я прям потому что сёрнул что-то прям вот прям на конкретненько так. Фу, гадина такая, а. Подожди! Вот тебя еще не хватало. Да на тебе впасть. Тоже мне проблемный. Так, вижу кубика здесь, что? А, наверху вон ништяки. Вот здесь скример был бы хорош, кстати. О, это что? А, я думал, еще один джазл. О, господи, зачем так высоко? Так, на волокна. И немножко оперативки. И еще оперативка. А, знания, извините. Так, ну вставляй. Жезл доступа должно быть откалиброванный под каждый терминал. Посмотри, код должен быть поблизости. Ну и он наверху вот здесь, я так понимаю, да? Вот у тебя? Нет. И не здесь нигде, да? Исследуйте жезл доступа. Использовать. Есть, чтобы калибровать. Ё-моё. Я понял. 1, 2 и что? И все? Здесь есть вот. 1 и... Короче, ты запомнил. О, мы можем вот так вот. Подожди. А-а-а. Так, простая двухконечная палка. Вот так. Wrong code again. Maybe it's written somewhere around here. Так, ну, вот простая и с двух сторон, которая. Подожди. Или надо все так? Простая и с двух сторон. Надо все так, чтобы были, или три штуки надо найти? Понял. Исследовать окрестности. Ну, давай вернемся. Здесь нет нигде. Ну, вот здесь внутри тоже я не припомню, чтобы что-то было. Ну, нет, здесь нету. Да я понял, что я нашел его. Как его использовать, я ж не понимаю. Мне нравится, что игра думает, что я полный кретин. Возможно, он записан на стене. Подожди, может залезем? Может что-то еще есть где-то нибудь здесь? Я не вижу. Да ну нет, это единственная огромная светящаяся блямба. Ну он один что ли или что? А, вот второй еще. А как мы туда пройдем?
Там же тоже код. А его сверху видно. Я понял. Коварненько. Я что-то даже его же сверху видно, я так понимаю. Иначе я не знаю, зачем это все. Да, его сверху видно. Так, две блямбы палка, три блямбы палка, две блямбы, три блямбы. Понял? Еще раз. Три блямбы палка, две блямбы, три блямбы. Две блямбы палка, две блямбы, три блямбы. Две блямбы палка, две блямбы, три блямбы. Три блямбы палка. Подожди, неправильно. Три блямбы палка. Две блямбы, три блямбы. Одна блямба, две блямбы. Получается так. А я-то все, голову себе ломаю. Все, втыкай, в попец. Ну, втыкай, втыкай, дай пересесть-то, а, ё-моё, что душнина такая. Got it. Поняла. Хорош. Так, 4 очка, и у нас плюс броня. Нам теперь носит меньше урона. Осталось 2, и все. И мы крутые. Я понял. Я понял. Все? Вопрос есть еще у кого-то? Жуки сраные. Так, ну мне же не... А, или мне сюда? Мне сюда? А там я... А, там я был. Так, а... Угу. А код? А где я код найду? Он же не подойдет. Подошел? Код на жезле был такой же, супер, ищем терминал. Вот странно, что код был такой же. Тебя это не смущает? Бим-бим-бом-бом. Что, сюда? Подожди, подожди. Да как с тобой бороться? Ой-ой-ой. Сраный грибочек. А я слышу, крадется кто-то. Я не пойму, кто крадется, что надо. О, что-то вижу. А что у нас тут? Увеличивает конденсат вольта. Давай, давай, давай. А, просто патронов больше. Ну, нормально. Спрятался, ишь ты какой хитрец. Хитрюшка. Так, а там у нас что? Ой! Напугал меня. Вы же меня пугать так любите сегодня. Так, ладно, тут что-то как-то много и далеко идти. Пойдем сначала, куда нам говорят, туда и сходим. Вот сюда нам, да? Я гений, я сразу пошел туда, куда, понимаешь, как будто бы не надо было, а туда, оказывается, надо было. Что там? А это где? Блин, так хочется сюда слезть, но мне кажется, подняться нельзя будет. Я как будто просто здесь был, у меня такое ощущение. Как будто бы был.
Это как будто бы одно из самых-самых начальных локаций. А, ну вот и обход. В смысле, так просто, так быстро? Давай, извините. Как там ништячок внизу? Хоба, чё? Кто? Что, так легко? Ну давай. Я попробую взломать шифр, подождите. Я знаю, что ты хочешь сделать, человек. Не выйдет. Готово. Барьер разрушен. На треть. Нужно вернуться к монолиту и выбрать координаты второго терминала. Ну, пойдем выбираться. Чё? Давай, хватай. Я думал, там кто-то есть. Почему-то я так подумал. А ты за... Все, погиб. То, что у него ядерная вот эта самонаводка, это вообще не возбуждает. Оказалось. А, ну вот я и спустился, кстати. Это же оттуда, да? По-моему. Я вылез. Или нет? Не понимаю. Локации такие одинаковые иногда, что я прям умею так... Не особо хорошо с локациями. Диалог идет. А, ну там я был такой бр-бр-бр. И туда ходил. Да! Гадина такая, елки-палки. Зачем так делать? Гаденыш. О, чувачки! Микрочелики. Ля-ля, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Побежали. Ну ладно, вы вроде хорошие. Не очень красивые, но хорошие. Пока живите. Что это? Ля, микрочелы. А чё вы? А, ля-ля-ля-ля-ля. Кроты какие-то. Очень непонятные карты. Что-то неясно, непонятное. Так, талия аномалия. Ну что, я прям просто уйду? Никакого босса. Хм, ну ладно. Так, это готово. На озеро. Холода пошли, а потом поля. Ага, понял. Так, здесь у нас в основном... Кстати, новый враг появился, грибочек. Я так понимаю, здесь тоже... Новый враг появится. Или нет? Но игра такое чувство, что подходит к концу, честно говоря, потому что... Во-первых, она довольно короткая, если это конец. Увеличивает число выстрелов огненного луча. А, на 4. Вот. А во-первых, она довольно короткая, во-вторых, ну я все вкачал уже. Бим-бим-бом-бом. Уже и качать-то нечего.
И довольно маленький пул прокачки. Как оказалось. Ну все, все, не кричи, не кричи. Ой. Где еще один? Токсики. Я, блин, сколько уже в нее наиграл, до сих пор иногда путаюсь в оружии. О. Не знаю зачем, давай соберем и узнаем. Подожди. Если это подъем. Тогда это тоже подъем. А, здесь два подъема просто было. Упадет? Нет, упадет? Нет, мост. Такое чувство, что упадет. Ну ладно. Нет, так нет. Так, давай, да, вот так вот сделаем. Вот так вот, понимаешь? В оружии Сережа путается все еще. Хорошо. Я готов. Терминал загрузки. Эти... За этими воротами. Отлично, открывать их как? Источник питания. Ну, так понимаю, силе сюда вставляется, нет? Четыре источника питания. А ё-моё, ну пойдем искать. Вас только мне и не хватало, ага. Ну а ты кто? Ты с ними? Ну вряд ли же. Подожди. А вот теперь ты кушаешь. На-на-на-на-на-на-на. Пожри, говна. Осталось еще три замка. Продолжим. Ну, продолжим, а что делать-то? Непонятно только каким боком. Я понял, откуда этот вылез, а этот типа от страха, типа такой. А еще, по-моему, я много говорю слово типа. Ты типа, а, так не думаешь, типа, а. Ну, может, и не, и нет, конечно. Кто? Что? Тоже источник. А чё вас тут так много? У вас какое-то собрание или что? Party for everybody dance проходит какое-то или где, а? Еще один очень глупый момент, что мне сейчас нужно вернуться, забрать этот источник питания, чтобы вставить там источник питания.
Ой, не знаю, зачем это сделано. Мы такое с тобой уже видели. Это было в тот момент интересно. А это уже не интересно. А я не могу его достать. Какой смысл тогда это? Я тупанул сейчас, получается. Да я сейчас какую-то клевету напустил, да, на дверь? Да. Нет. Содержащая ДНК-сигнатуру? Ну вот эта штука, нет. А, у меня больше ДНК-сигнатуру, подожди. А, во, кровь пришельца, точно. Угу. Ништяки. Ништяки это я люблю. Ой, какая большая локация. Так, ништячочек еще взял. А будет что-то мини-мини-босса еще кого-нибудь? То всего два босса за игру как-то, ну, вообще не прикольно. И яблочко. Да ты чё? Падла. Ага, да? У них тут какая-то вечеринка, мне кажется. Иначе их тут не может быть просто так много. И таких разных. Это что? А. Кто кричит? Как будто кто-то кричит. Не слышишь? Так, о, что говорят? Какой интересный вид. Генетическая структура грубая, но поддается манипуляция. Фрагментом кода получается от них всегда достаточно. Я выбрал правильный объект. Он обратил мутацию объекта 3, Alt, но не вижу. Я запущу процесс снова, как только убью его. Еще один источник. А, да-да-да, есть такое. Подожди, а вот здесь как нам попасть сюда? Да, можем пойти? Можем. С той стороны мы были. Падла. Ну вылазь, собака. Собаки. О, да, отличная идея была. Что? Ну затупил, бывает. Можно как-то отменить? Угу. Давай еще вот эту поменяй. Ага, и вот, вот это вот давай. Угу. Угу. Неужели?
Она ее так долго кидает. Че, расскажешь? Этот человек. Контрольная переменная весьма... Контрольная переменная весьма силен. Система возрождения тела не отвратит и предотвращает мутацию. Однако эту защиту легко сломать. Это про меня. Я вычислил нужный алгоритм и провожу анализы. Структура кода встроена как-то чуть там. Я отлично их изучу. Не ожидал такого предательства от создателя. Неважно, еще немного, и особый статус изменится. Тогда человек мой. Вопрос. У меня два пункта навыков. Мне что прокачивать? Человек твой никогда не будет, соси жопу. Когда он собрался сломать систему, которая воскрешает меня. Остался всего один. А где? А у меня нету. Сюда только если дальше пойти. Ну а сюда можно дальше пойти? А есть вариант пойти туда, а есть пойти вот сюда. Вот тут я не был. Не знаю зачем, просто возьму. Там жижа, тут жижа. Здесь жижа. Да иди нахер. Даже не думай. Тоже даже не думай. Переэкстракт, не, спасибо. Короче, да, я уже сразу все равно заразился. Так, и последний. Это все. Ворота можно открыть. Может, получается так. Да ты запарил. Вы чё думали? Вы ничего не это. Лохи. Банда лохов. Так, дайте ко мне. Угу. Так, погнали активировать. Бим-бим. Бом-бом. Бам-бам. Все, можно выйти? Выйти. Вот он, терминал загрузки. Взламываю шифр, подожди. Я ваш шанс попасть домой. Осталась третья часть барьера. Найди терминал. Идем к монолиту. Мне нравится, что они озвучивают все свои действия, прям как я на самом деле. Ну, идем к монолиту. Кейт, кое-кто хочет с тобой поболтать. Эй, Кейт. Привет. Майк. Ты очнулся. Какое облегчение. Как дела? Тело болит, как будто его вернули изнанку. Вокруг меня почему-то суета. Суетятся две Тамары, но благодаря вам я поправляюсь. Тамара сказала, как ты рискуешь жизнью ради меня. Спасибо.
А я рад, что ты идешь на поправку. Держись, а я расправлюсь с тем, кто все это натворил, и оставлю его, и остановлю его навсегда. Да, Тамара все рассказала. Отправь его в ад. За Ричарда. За Ричарда. Держитесь, ребята. Пожелайте мне удачи. За себя и за Сашку. Как это, я не забрал вот эту штуку? О, мы тут пауку наваляли первый раз, по-моему. Так, зеленые поля остались у нас. Зеленые поля. Терминал уже рядом. Отправляю координаты. Вот это самая красивая локация, кстати. Где? Куда? А куда? А, туда. Так, а можно где-то как-то найти бы монолит бы. Монолит, монолит. Вот, монолит, отлично. Чего? Остатки плоти. О, мясные алювиалы во время мутации встраивают в свое тело окружающие камни. Это единственное защитное, это их естественное защитное поведение. Это даже объясняется нам. Прикольно. Так, делаю вот так. И пока здесь остановимся. Вот, и в конце уже думаю, что будет битва с боссом. Как раз нужно интересно оставить напоследок. И время поджимает. А ты, вот ты, конкретно ты, подписывайся на канал, жми на колокольчик, на колокольный лококольчик. И оставляй комментарий на канале. Увидимся с тобой позже. Всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока.